Потоп! Спасайся, кто может! Энни, мы можем утонуть! А чего волноваться-то? Я же на матрасе. А ведь тут могут быть акулы. Тут акулы не водятся. Ага, ну ты как знаешь, а я полез вон на ту скалу спасаться. Вон она плывет, я ее вижу, Энни, акула! Сейчас как цапнет тебя. Она меня не догонит, Йойки, она же старая. Откуда ты это знаешь? Да ты посмотри на ее плавник. Ой! На тебе, на! Не возьмешь, я тебя сам сейчас покусаю. Держись, Энни, сейчас я тебя спасу. Я не умею плавать, спасите, помогите. Акула тянет меня на дно. О, нет. Мальчишки, что это у вас тут за беспорядок? Это у нас потоп. Фу, мама, хорошо, что ты пришла. И вся вода через дверь вытекла. Я чуть не утонул. Ну ладно, мне надо готовиться к приезду бабушки. А вы, когда приберетесь, поиграйте в какую-нибудь спокойную игру. Хорошо, мам, мы сейчас все уберем и больше так не будем. Кстати, вы не видели бабушкины мягкие тапочки? Нет, не видели. Не хочу я играть в спокойные игры. Скукотища какая. Йоки, раз мама сказала, значит, надо сделать по мамье и не расстраивать ее. Вот я знаю одну интересную спокойную игру, но... Что «но»? Но мы в нее поиграем, если только ты поклянешься никому о ней не рассказывать. Клянусь! А почему нельзя никому рассказывать? Потому что мальчишки в такие игры не играют. Как это? Вроде как считается, что она девчачья. Какая? Ну, для девочек. Что, бывают игры специально для девочек? Вот это да! А я этого раньше не замечал. Ну и что, что она девчачья? Нас ведь никто не увидит. Йойки, не ломай детям кровать, а то где будут спать твои братики? И, пожалуйста, садись обедать, мы тебя уже давно зовем. Ладно. А что у нас на обед? Полезная брокколи. Ну-ну, я же не младенец. И вообще, можно заказать другое блюдо? Нет, что приготовили, то и ешь. Нет, Энни, давай уж лучше я папой буду. А то я и так всю жизнь ребенком работаю. Ты? Папой? Ага. Самый полезный овощ, дети, это шоколад. В нем содержится витамин Ш, витамин К, витамин О и... Ну, пузырики или орешки, что ли. Где необходимо съедать по... Это все неправильно. Так в газете написано, мама. Не сам же я придумал. Ой... А теперь, малыши, пора ложиться спать. Папа, кто же так детей спать укладывает? У них же сотрясение мозга будет. Да? А я думала, им нравится. Какая глушь, ни единой души. Где все дети? С кем тебе поиграть, милая? Давай-ка зайдем в гости к нашим соседям. Там наверняка найдется пара детишек. Ой, как хорошо, что дети уснули. И не говори, мама. Наконец-то можно выпить чашечку кофе. Приветик. А вы чего тут? В дочке-матери, что ли, играете? Нет. Это у тебя и ничто. Шляпка? Шляпка? Какая шляпка? Ага, я все поняла. Вы играете в девчачьи игры. Смотри, Аня, у них и машинка швейная на столе. Скажешь тоже, девчачья. А ты попробуй сама сшей телеграф. Настоящая мужская работа. Да-да, девчонкам это не по силам. Вот ты сама шить-то умеешь? Да мы с Аней к вам поиграть зашли просто. А вы попозже заходите, наши дети спят, пока. Ну, или пусть Аня твоя играет, но тихо. Почему это тихо? Давайте вы разбудите своих детей, и они вместе поиграют громко. Но они только уснули. Это у вас мальчики или девочки? Это у нас близнецы.
А почему у них головы перевязаны? Это у них сотрясение мозга случилось. Никудышные из вас родители. За детьми следить надо. А вы тут сидите, чай пьете. Неправда! У нас хорошая семья, а Энни самая лучшая мама на свете. А ты, Айки, даже шить не умеешь. Невежа! Я очень даже вежа! Давайте я вам чаю налью. Не надо ей чаю, ей уже домой пора. И я сама решу, когда мне домой пора. Ну и вредная же ты, Айки. Это я вредная? Да я очень даже полезная. Да хватит вам ссориться. Ах, полезная? Тогда получи еще полезную брокколю. Ну все. Потоп! Смотрите, вода снова прибывает. Надо спасать детей. Аня, доченька моя! Ребята, у вас что, опять потоп? Я же его выпустила. Прости, мама, он опять начался. Еле успели мою Аню спасти. И наших близнецов. Ой, молодцы какие, тапочки бабушкины нашли. Она как раз только что приехала. Ура! Ура! Бабушка приехала! Бабушка, мы твои тапочки нашли. Ребята? Мальчишки. Thank you.